До этого. Здравствуйте. Добрый день. Так, вопросы. Вот, хочу спросить по поводу, принимается ли крещение католиков православных, а православных католическое крещение? Нет. Католическое, а если погружение полное было, принимается. А если просто как они привыкли кропить там вот, от крещения, то и нет никакого обман. Угу. А если полное? А если что? Если полное. Полное признается, конечно. И там, и там. То есть если погрузил. Да. Я поняла. Вы мне скинули там вопросы приблизительные по крещению. Там было написано, что обязаюсь принадлежать русской или российской православной свободной церкви. Но это мы занятия вели. Занятия когда вели, это у нас тогда было так. Но это к нам относится, к нам. А вы-то не так. Русская православная зарубежной церкви, царской, которая не связана с декларацией Сергия. То, что они осоветились так. И мы поэтому заранее показывали. Не на произвол судьбы. То есть человек, если он принимал крещение у нас, он делался и членом общины. А мы-то принадлежим к свободной церкви, не к раболепной этой. Я поняла. Вот вы как-то про баптистов говорили, что они могли бы восстановить право преемственности. Но это Господь не дает им благословения. А как это вообще происходит? Ну как, просто смирились бы, если они перед Богом. Избрали из себя самых-самых хороших. Они же и своих знают. Ну те, которые у них сегодня называются епископами. Они не епископы, они фальшивые. Самозванцы. Последователи Дафана, Верона и Корея. И они бы договорились с патриархатом. И там можно было объяснить. И были бы приняты. Приняты, восстановили им епископат, их, которые самые хорошие, им рукоположили, но там определенные условия были бы, я уж не знаю, как это. По мне, вот я четкую программу знаю, они бы сказали, ну мы принимаемся, но иконам целовать мы не будем. Ну не целуйте, не говорите, что идолы. Они же рисуют их, и у них на картинках есть. Дальше. Но у нас вот не принято Богородице молиться-то. Но вы не хулите, можете не молиться, вы признаете, что она дева была? Да. То есть можно как-то найти какие-то вот... Вот сейчас смотришь, митрополит Илларион Алфеев, это по внешним церковным отношениям, он заместитель патриарха Кирилла. И он молится по-старообрядчески. Два перста, шапка у него такая. Мне сегодня скинули, и он там знакомый священник, патриарши, они не старообрядческие, но они вернулись в служение тому, как было до Никона, до 1651 года. 56-го года примерно как. То есть можно как-то находить при желании иметь мир. Но сектанты, они не идут на это. Не идут, потому что они от многого отказаться не могут. Они не должны иметь толкование, договориться с этим, ложное толкование. А толкование надо сравнить, которое церковь поставила. Чтобы они не верили, что тысячелетнее царство будет когда-то на земле. Не просто рукоположить, а чтобы они приняли учение. Они скажут, ну мы... Вот эти посты не соблюдаем. Настаивать не надо, но Великий пост, 7 недель, среду, пятницу обязательно. Апостольское, 69-е правило, апостольское. Правила апостольские. Угу. Ну, то есть они должны... Ну-ну, должны я и говорю. Говорите. Апостольские правила. Ну, да, вот я говорю, что можно уступить? Пойти на согласие. Вот они говорят, а мы мне сказали, без бороды, чтобы не было. Борода это вообще это срам один. Женоподобные лица. Это стихия мира. То есть верят во Святую Троицу. Они скажут, а мы ангелам не молимся. Ну не молитесь, но не хулите. То есть можно где-то сгладить их, чтобы они приняли. Но учение свое записали. И за остальным должны следить. У православных, если кто-то не так делает, его же исследуют, а потом еретики заносят и вышвыривают. И баптисты, чтобы строго смотрели. И они были бы церковью. Вот у англикан англиканская церковь. И они доказывают, что у них рукоположение идет от апостольских времен. И перед революцией уже почти совсем соединились. А тут революция помешала, так и осталось. Сейчас бы у англиканской церкви, как таковой, враждебная у нас, она и так не враждебная. Не было бы. Мы родные, как с католиками были бы. А католики, еретики, говорят. Ну, в чем еретики, в этом мы не знаемся. Надо помогать друг другу освободиться от ересей.
Ну нельзя так вот, каждого хватает за 100 динариев душит, а сам 2000 талантов должен. Притча такая, Христос рассказывал. Блаженные миротворцы. Вот у православных это декларация митрополита Сергия Строгородского, что мы властям подчиняемся во всем, вашей радости, нашей радости. Этого принять никак нельзя. Православные даже, патриарши, даже немедленно освободитесь от нее. Это иудин грех. Поэтому мы выделяли себя, что мы русская православная зарубежная свободная церковь. Поэтому в заявлении так написано. Что-то погасло. Неполадки в интернете. Ну так и держи, снимай. Она сейчас зайдет. Может мне нажать? А? Не знаю. Ну, может быть, и надо. Неполадки в интернете. Неполадки в интернете. Ну, надо отключить что-то. Ну, как тут? Я давнул, и она теперь идет, а не слышно. Вы нажмите, трубку положите. Она сама перезвонит. Вот так. Ну, пускай заходит. Интересно как. Вот если сегодня спросить, вот патриарх, допустим, Кирилл и Иларион, они такие сходцы, но они не старообрядцы. В этом вопросе это не упертые, с ними можно говорить. Единоверческо, ну, креститесь двумя перстами, по старым книгам, ну, не разделяйтесь. Это так и надо. Старообрядцы никогда не будут, чтобы... А он там, митрополит вышел двумя перстами, все по-старообрядчески. То есть это эти люди упертые, с ними нельзя договориться нигде. У них уже ничего нет, кроме обрядности. И они тогда это последний рубеж занимают. Вот так. Ну вот что-то потерялась Ревекка. Молодец. Эти вопросы хорошие. На солнышко крещению-то могут набраться люди. Вот. Так. Открытый доступ, плейлист, какой, сейчас мы посмотрим, куда надо, плейлист, что-то она загружает долго, а тут и загружать-то нечего. До сих пор арабский не знаешь, до сих пор не знаешь иврит. Ну ладно, нажмем так. А, эра, вот оно что. А, вон что. Нет доступа к этому. Оперу. Как же так? Только закачали, и она вдруг не удается. А, интернета нет. Интернет не работает. Ну еще отключай пока. Все. Ну как? Видно? Да, все видно. Ну вот видите, не зря мы тут бились. Выкинула, никак не запускает. Я слушаю. Да, да я так, в общем-то, все спросила. Я вот хотела за вот это вот преемство спросить. Это должно быть большое количество людей, чтобы они создавали как бы преемственность. Ну как большое? Ну, допустим, много... апостол Андрей пришел на Русь. Петр... От Петра католики. Они рукополагают епископов. Следующие, они же новые епископы. От этих епископов другие. То есть непрерывно благодать Духа Святого передается. Угу. Бог так сделал. И вот эти родословные, и тогда указывается, кто от кого есть до последнего времени.
ни в православии, ни у католиков не было. Хоть один священник сам, как у баптистов. Я священник. Но он самозванец. Бог установил порядок. Деяние 14:23 говорит, рукоположили пресвитеров каждой церкви. А зачем рукополагать, когда без них любого избрали или сам стал? Рукоположили. И когда пишет он к Титу 1:5, там говорит, что довершил недоконченное, рукоположил. Это недоконченное дело. Нерожденное, да. Знаете, значит, мне кажется, у него вопрос заключается в том, что сколько надо людей для того, чтобы их рукоположили? 2-3. Это первое апостольское правило. В епископы, допустим, вот нового епископа должно быть 2 или 3, а там может быть больше, хоть 100. Разницы нет. Но не меньше. Хотя первоначально было один епископ рукополагал. По временам гонения там такое какое-то есть. Ну, только от епископа. А сколько будет? Это не имеет значения. Бывает, патриарх рукополагает кого-то, а с ним служат там 5-10 священников. И они нового рукополагают кандидата. Крещат Аксиос, достоин. Да, я читала просто интервью Александра Меня. И он там писал о том, что евреи могли бы сделать, ну, восстановить право преемственности, и была бы автономная еврейская церковь. Я об этом с ним и говорил, его спрашивал об этом. Я как раз на эту тему с ним разговаривал. У меня в аудио его записалось, беседа сохранилась на нашем сайте. В 20-м томе ее в Word перевели с Александром Менем. У него там у знакомых сидели, мы беседовали. И именно так. Автокефальные могли дать, вот как украинская отдельно. Финляндская, там румынская, болгарская. Да. Хорошо. Но у меня больше вопросов пока нету. Так, вы не против, что мы выставляем в интернет наш разговор? Спаси Христос. Ну, смотрите, какие вопросы возникнут, если не найдете ответа. Тогда мы встретимся с Богом. Хорошо, с Богом. Мы дальше-то еще не разговаривали раньше, так что я не знаю, раньше там пойдет, нет.